Всем привет, друзья, с вами Адена, и сегодня мы начинаем наше второй сезон нашего выживания. Уже не новогоднего, а просто зимнего выживания, друзья. Ну, давайте, пожалуй, начнем. И с чего мы начнем? Ну, давайте начнем с того, что я сейчас тут понастраиваю, чтобы у меня ничего не лагало. Настройки графики. Минимум, меньше, минимум. Малая, очень близко, это вообще не да. Это я красиво, но ладно, поставим на дальнюю. Нет, дальняя это вот тоже малая, нормальная, малая. В общем, FPS, выключить, минимум, меньше, минимум. Интерфейс авто, 3D, лифт, быстрая, все. Ну и FPS, как всегда, 40-50. Ну, давайте, пожалуй, начнем. И начнем с того, что, как всегда, мы будем добывать блоки. Как я уже говорил, второй сезон начнется у нас после Нового года. Также я не думал, что я буду переустанавливать себе Windows. Поэтому я переустановил себе Windows. И минусы. Ну, во-первых, у меня минусы такие. У меня нету той карты, то есть она удалилась. То есть я могу спокойно начинать второй сезон. Плюсы. Я теперь создал сервер, потому что у меня сервер не создавался, потому что лаги. А сейчас я могу создал сервер Sigrost. На данный момент тут никто не играет, но сегодня играли уже люди. И вчера играли, и позавчера играли. Нет, вчера играли, я же его только вчера создал. Не знаю, кто это такой создал. Ладно, давайте, друзья, пожалуй, начнем. Ну, я начну с того, что я здесь где-то должен по-любому, по-любасику, друзья, найти что-либо. Ну, во-первых, я убегу куда-нибудь подальше. Кстати, вы можете зайти на этот сервер и найти мой дом, друзья. Отлично, отлично вообще. Так, вы можете, как я уже говорил, зайти на этот сервер, найти мой дом и играть, и строить дома рядом со мной. И это будут видеть люди на видео. Или можете это вы видеть сами. Видите, это чудо, друзья. Я снимаю, а вы видите свой дом. Я такой пробегал, о, дом, что это прикольно. Так, ну, так как я только создал эти все сети хамачи, поэтому вы сейчас сразу заходить-то не будете. Но играют мои бечинские друзья, бечинские пацаны. Это уже нормально. Так, мне нужно найти кого-либо. Мне нужно найти Рейни, Сани. Никто. I'm Gratus. Wake up. Ну ладно. Корова? А, типа это ее дом, она прячется от дождя. В принципе, что прикольно. Wake up. Это место напоминает мне, как я первый раз начал выживать. И помню, я жил почти в таком же месте. Сейчас, друзья, я специально... Извините за паузу, на самом деле не ожидал такой паузы сам. Arise. Ура, я добыл кирку. Ну, плюсы того, что я буду выживать. Это то, что у меня есть at home. Да еще я могу создавать set home дом именно. То есть, смотрите, я пишу home. Например, давайте напишу вот так вот. Например, я напишу тут home дом. Все, я сюда телепортнулся. Отлично. Вот это вообще отлично вообще. На самом деле отлично.
даже очень прикольно. Первый, то есть, знаете, почему я начал снимать продолжение нашего выживания? Ну, потому что у меня было много, слишком много, ну, то есть, за 2 дня я набрал 100 просмотров. Мне показалось это то, не, ну, мне показалось, правда, что, может быть, я наберу даже больше, и начал продолжать снимать. Может быть, друзья, меня будут смотреть больше людей и будут больше подписчиков. Но не 200, а по 1000. Это будет вообще отлично. Мне, кстати, повезло, я нашел уголь. А это даже очень прикольно. Прикольно. Сейчас, секундочку. Я хочу также сделать... Угу. Вот это вот я хочу делать. Мне нужна печка. Печка, свечка. Зато, что я сейчас точно знаю, что я сейчас умру. И из-за того, что у меня мало еды. Мало еды. Так. Почему именно я играю на моем сервере? Ну, потому что здесь есть хорошие плагины. Он не выключится. То есть, например, я играю, и он бац, выключился. И мне придется за эту серию отключать. И то, что мне приятно просто играть на своих серверах, потому что я в тот же момент, когда я выживаю, я рекламирую сервер. Ну вот, только поэтому. Так. И вообще, мне нравится выживать теперь в Майнкрафте. Ой. Вроде все у меня все есть. Так, берем вот так вот. Палки. Все есть. Давайте я сейчас это все положу сюда, потому что я на самом деле сейчас могу сдохнуть. Не то, что я сейчас могу сдохнуть, я сейчас и так сдохну. Поэтому можно спокойно уже сдыхать. Сейчас, секундочку. Сделаем маленькую рекламу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Fuck you. Я тебя люблю, мой сервер. Я забыл, что здесь есть такой плохий. Вот поэтому я тоже играю на этом сервере. Потому что... Почему я не играю в одиночной игре? Да потому что здесь есть такой плагин, который сразу чисто все берет. Это на самом деле круто. На самом деле круто заходить на мой сервер, и вы увидите этот плагин. Что-то Trees All Trips. Я не помню, как он точно называется. Ну как-то называется. Так, прошло малое количество времени, я уже побегал и поломал коровок. Ой, не коровок этих. Свинина, короче. Ну там бегали свининки. И я их поломал полностью. У меня вышло 5. Стейков. 5 свинины говядины, короче. Или как ее называют, короче. Как это называют? Сырая говядина, во. Вот это вот другое дело вообще. Все, теперь у меня седа. И это большой плюс, друзья. Сейчас я в первой же серии я захотел построить домик. Домик и заприватить его. Вы увидите, как приватить, и в описании все будет написано. Как же все-таки приватить? Может быть, вне серии я запривачу. Может быть, в следующей серии я запривачу. Я точно не знаю. Но я запривачу территорию. Это что я знаю точно. То, что я запривачу эту территорию. Эта территория будет моя. Я сейчас поставлю на паузу. Все, я думаю, я сделал маленький для начала детский дом. У меня уже готов. Этот маленький дом превратится в большой огроменный дом в следующих сериях, примерно в 20-й серии. Также я, помните, обещал в серии 12 сделать деревню. Ну, извините, друзья, но деревня у нас уходит. А вот он и пришел ко мне.
придурок. Привет. Привет, придурок. То, что хорошо, то, что зомби не взрывают. Ой, киперы не взрываются. И это я вам уже... Об этом я вам уже точнее рассказывал. Вот так вот. Как я отношусь к взрывам криперов. Это просто ужас. Я хочу, чтобы убрали криперов из Майнкрафта. Они мешают Майнкрафту. С ними Майнкрафт, не Майнкрафт. И это уже знают все. То, что криперы, это ужас. В конце тоннеля. Тоннеля, кстати, тоннеля. Ну, вот так примерно все. Выглядеть. Потом я это все возьму через дейчик. Вот так вот. А что мне делать? Точняк. Что же я хотел сделать? Я хотел взять вот это вот. Взять вот это вот. Потом прийти сюда, сделать вот так вот. Сделать вот так вот. И сделать каменную лопату для того, чтобы взять эту каменную лопату и пойти добыть... пойти добыть не го, а песок. Так, так, так. И почему же не было 14 части? Что-то оно у меня, друзья, не загружается. Она у меня вообще... Вообще часть 14, она есть, но... Она у меня почему-то не загружается. Пишет, там лимит какой-то превышен. Я не знаю почему. И это было уже 3 раза. Поэтому... То, так же самое у меня было, кстати, с паранормальным явлением. У тех, кто пишет, типа, сделай вторую часть паранормального явления, то они сейчас поймут, почему уже его не было. Ну, потому что у меня такая же фигня пишет. Типа... превышен лимит, там, превышен максимальный лимит длительности видео. Я не помню почему. Хоть я и зарегистрировался уже, то есть активировал свой канал, то есть там уже все можно будет выложить видео больше, чем 15 минут. Но тут же даже то видео, оно не идет 15 минут. Оно мало идет. Но вот я не пойму, почему именно так. Угу. Я хочу взять кирку. Нет, я передумал. Оп. Оп, оп. Почему? Еще раз я говорю, я вернулся в Майнкрафт. Выживание. Потому что мне хочется выживать. Мне никогда так не хотелось выживать, на самом деле. Как хочется сейчас. Ладно, друзья, я, походу, на этом и заканчиваю свою серию очередную про 15-е выживание Майнкрафта. Зимнее выживание заканчивается 13 января, сегодня 2. До 13 января запишу еще примерно 10 серий. Потом начнутся уже простые выживания. Короче, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, пока-пока, и я знаю, что сейчас мой дом похож на коробку, но в следующей серии, нет, не в следующей серии, а потом в следующей серии я его изменю.